Лучшие баритоны России в Тамбове. Концерт «Любовь моя мелодия» назван по автобиографической книге Муслима Магомаева. Это дань таланту великого артиста и исполнителя. Первое выступление с этой программой прошло 26 ноября 2008 года в Москве, через месяц после смерти Муслима Магомаева. Ее уже видели зрители Сибири, Прибалтики, Украины, Израиля. Теперь выступление смогли оценить и тамбовчане. Среди почитателей признанного таланта была Ольга Гавричкина. Зрители приходят задолго до начала концерта. Зал драматического театра не вмещает всех желающих услышать песни, которые исполнял Муслим Магомаев. В дань памяти программа сохранила особенность. Она включает арии из опер и эстрадные песни. Этот концерт построен так, как обычно свои концерты строил Муслим Магомаев. То есть все произведения, которые сегодня прозвучат, звучали в его исполнении на разных концертах. Пока зрители обсуждают программу концерта, за кулисами баритоны волнуются. Петр Морозов говорит, оно с годами не пропадает, становится другим, творческим. Хочется как можно больше заразить публику музыкой, эмоцией, этими прекрасными песнями, ариями, которые мы будем петь. Вот именно хочется, чтобы как можно больше со стопроцентной вот отдачей это все выполнить. Я очень рад встрече на Тамбовской земле, потому что я очень давно приезжал сюда с концертами со своими. И вот сегодня я прошел по городу и вспомнил те былые годы, когда я сюда приезжал. Мне очень приятно было выступать, и сегодня, в данный момент, мне приятно будет петь для тамбовской публики. Арии из опер «Севильский цирюльник», «Принцесса цирка», «Дон Жуан» – все знакомы публике по творчеству Муслима Магомаева. Сегодня их исполняют мастера оперы. Парад лучших баритонов России с программы «Любовь моя мелодия» – это возможность услышать произведения из репертуара Муслима Магомаева в исполнении знаменитых артистов. Магомаев стал знаменитым в 20 лет. В 31 он уже народный артист Советского Союза. Он ушел со сцены достаточно рано, потому что хотел, чтобы его запомнили молодым и поющим. Не менее известны и сегодняшние гости Тамбова. Исполнение ничуть не хуже, говорят зрители. Потрясающе на самом деле поют. Захватывает, захватывающее зрелище. Душа, так сказать, горит от того, что слышишь вот такое изумительное исполнение. Такие концерты, которые организует фонд «Таланты мира», главная цель его художественного руководителя Давида Гвинянидзе. Солисты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Большинство из них – народные артисты России. Попрощавшись с тамбовскими зрителями, они отправляются на гастроли в Америку. Ольга Гавричкина, Евгений Михеев, Елена Лопухина. Область новостей.